Челябинской пекарне на улице Свободы инвалида не пустили в туалет, завязался скандал. Чем вы недовольны, то, что я к вам захожу? Вы заходите в туалет, у вас туалет? Хорошо, будьте любезны, представьтесь. 56-летний челябинец рассказал, что был в центре города и в какой-то момент захотел в туалет. Зашел в ближайшую пекарню. Вот только продавцы были не в восторге от такого гостя, ведь он ничего не купил. Я не с вами разговариваю. Нет, я покупаю сейчас, у меня свои вопросы. Чего нет, вы у вас хоть как. Вот вы подождите, когда я здесь беру, и потом возьмите. Она права. Чего вы ходите? Со слов мужчины, его оскорбили и унизили при других покупателях. Инвалид второй группы собирается писать жалобу руководству этой компании.